Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 27 апреля, Великий Вторник, Православная Церковь совершает память святителя Мартина, первого исповедника Папы Римского. Святитель Мартин, исповедник Папа Римский, был уроженцем Тосканской области в Италии. Он получил хорошее образование и поступил в клир Римской Церкви. После смерти Папы Феодора I – Пресвитер Мартин был избран на престол. В то время мир церкви был нарушен ересью монофилитов, получившей широкое распространение. Бесконечные споры монофилитов с православными происходили во всех слоях населения. Император Констанс и Константинопольский патриарх Павел II также были приверженцами ереси монофилитов. Император Констанс издал еретический образец веры, типос, обязательный для всего населения. В нем запрещались всякие дальнейшие споры. Этот еретический образец веры был получен в Риме в 649 году. Святой Папа Мартин, твердый поборник православия, созвал в Риме поместный собор, который осудил монофилитскую ересь. Святитель Мартин одновременно послал константинопольскому патриарху Павлу послание с увещанием вернуться к православному исповеданию. Разгневанный император приказал военачальнику Олимпию доставить святителя Мартина на суд, но Олимпий, прибыв в Рим, побоялся духовенства и народа, сошедшегося на собор, и подослал воина, чтобы тайно убить святого папу. Когда убийца приблизился к святителю Мартину, то неожиданно ослеп. Испуганный Олимпий поспешно уехал в Сицилию и вскоре был убит в сражении. В 654 году император послал в Рим с прежней целью другого военачальника Феодора, который предъявил святителю Мартину тяжкие обвинения в тайном общении с врагами империи сарацинами. Хуление Пресвятой Богородицы и неканоническом вступлении на папский престол. Несмотря на предъявленное римским духовенством и мирянами доказательства полной невинности святого папы, военачальник Феодор ночью с отрядом воинов схватил святителя Мартина и отправил его на один из Цикладских островов в Эгейском море. Целый год томился святитель Мартин на этом почти безлюдном острове, терпя лишения и оскорбления от стражи. Затем измученного исповедника направили на суд в Константинополь. Больного старца принесли на носилках, но судьи грубо приказали ему подняться и отвечать стоя. Пока шел допрос, воины поддерживали ослабевшего от болезни святителя. На суде выступили уже свидетели, оклеветавшие святого в изменнических связях с сарацинами. Пристрастные судьи не стали даже слушать оправданий святителя. В глубокой скорби он сказал, «Господу известно, какое великое благодеяние окажете вы мне, если скоро предадите смерти». После такого суда святителя в разодранной одежде выставили на издевательство толпы, которую заставляли кричать «Анафема папе Мартину». Но те, кто знал, что святой папа страдает невинно, со слезами уходили. Наконец, Сакеларий, посланный императором, подошел к военачальнику и огласил приговор лишить папу Сана и предать смертной казни. Полуногого святителя заковали в цепи и поволокли в темницу, где заключили с разбойниками. Они были более милосердные к святителю, чем еретики. Между тем император пришел к умиравшему константинопольскому патриарху Павлу и рассказал ему о суде над святым Мартином. Тот отвернулся от императора и сказал, «Горе мне, еще новое деяние к моему осуждению», и просил прекратить мучение святителя Мартина. Император опять послал к святителю в темницу нотария и других лиц для дополнительного допроса. Святитель отвечал им, если даже и раздробят меня, не буду в общении с Константинопольской церковью, пока она пребывает в зловерии. Мучители были поражены мужеством исповедника и заменили смертную казнь ссылкой в отдаленный Херсонец Таврический. Там святитель и скончался, изнуренный болезнью, нуждой, голодом и лишениями. Он был погребен вне города во Влахернской церкви во имя Пресвятой Богородицы. Ересь монофилитов была осуждена на шестом Вселенском соборе в 680 году. Мощи святого исповедника Папы Мартина были перенесены в Константинополь, а потом в Рим. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия – Вилинских, мученика Ардалеона, мучеников тысячи персидских и Азата Скопца, исповедника Александра Орлова Пресвитера. Совершается празднование иконам Божией Матери Виленская, Остробрамская, Виленская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.